проголодавшись был предыдущие дни. Но фиг его знает. Меня... Но вытаскивать надо, нельзя крутить, потому что тогда весь этот потеряется, да? Ну, если не идет, то никуда не денешься. Потому что я понимаю так, если вытаскивать, выкручивая, все, он просто размажется там. Ну, или все равно возле стеночек там останется необходимое количество. Надо было на снежок на белый ее. А потом что с ним делать, с белым снежком? Надо это все убирать, что ли, потом после себя? Нет, ну не добьется белым снежком. Давай, вытаскиваешь еще. Чтобы он резко, как говорится, бросился в глаза. Сейчас, если приедет этот начальник, или кто он тут, заказчик, сразу показать ему. Если приедет хозяин, его будет волновать о том, как это сделать дешевле. Ну, единственное, я могу подсказать, продать чернягу, подороже. Домой строительный мусор надо. А кто его, кто поймет там? Точно так же, как и землю покупают. Пальцем ткнул и купил. Точно так же и эту чернягу помогают. Ты бы видел, что там на озеленение привозят, когда на объекты. Елки-палки. Только на очистных, с очистных берут говно и привозят и сажают. Рассыпают, то есть. Но это если в 8 утра быть уже на объекте? Да нет, такой объект, на такой объект это часа полтора должно быть. Быстрее. Блин, где-то уже палец.